И в завершении выпуска удивительные кадры, которые, правда, лучше не смотреть зрителям, страдающим арахнофобией. В Греции популярный у туристов побережье около города Итолика превратилось практически в декорации для съемок фильма ужасов. Видно, что абсолютно все на площади нескольких сотен квадратных метров под толстым слоем паутины. И трава, и растения, и даже пальмы. Сами греки обходят это место стороной, а удивленные туристы делятся фотографиями в соцсетях. Местные жители говорят, что все дело в комарах. Они тут скопились в огромном количестве, и пауки на них объявили глобальную охоту. К слову, пауков здесь тоже полчища. Вот такой вот привет от природы, когда и красиво, и отвратительно одновременно.